Самые известные местные продовольственные бренды теперь под одной крышей, в центре города. Целый этаж нового торгового центра «Ступени» отдан под продукцию только местных производителей. Этот торговый центр открылся недавно на улице Карла Маркса по соседству с одной стороны с супермаркетами, а с другой со спортивными сооружениями. Первая ступень, ступени, именно так называется еще один большой ишкалинский магазин, целиком посвящена продовольственной продукции местных производителей. Две подруги, Алевтина Владимировна и Галина Ивановна, возвращаясь из дворца водных видов спорта, зашли сюда из любопытства. Для женщин большое значение имеет то, какого качества продукцию им предлагают. Обязательно имеет, потому что берем все наши местные, местных изготовителей, производителей. Почему? Патриоты или... И патриоты в том числе. И вкусно. И уверены в качестве. Пока посетительницы изучают ассортимент магазинчиков, представляющих только местную овощную, мясную и молочную, хлебобулочную и даже ликеро-водочную продукцию, один из арендаторов рассказывает нам о том, как здорово, что в Мариэл появились свои сельскохозяйственные бренды. И все их можно увидеть в одном торговом центре. Преимущество очевидно. В одном месте собраны все производители. И, безусловно, все производители следят за качеством своей продукции. Здесь есть гарантия того, что эти продукты всегда будут свежие, всегда будет ротация этого продукта. Почему? Потому что это все отделы фирменной торговли. Все лучшее, произведенное обществами потребкооперации по всей республике, предлагается в этом отделе. Здесь и знаменитые соленые грибы, которые в других магазинах республики не найти, сернурские макароны, мариэлекский лимонад, волжское молоко. Между прочим, свежие местные грибы и ягоды здесь можно купить даже зимой. Обратите внимание, значит, ягоды свежие, замороженные, которые не растеряли своих вкусовых качеств благодаря шоковой заморозке. Опять же, замечу, что это экологически чистый продукт, натуральный продукт. Чем он отличается? Это нерадиационная черника, собранная в соседних странах, допустим, да, с Россией. Это не китайская черника, которая непонятно как росла, при каких условиях. Пока представитель потребкооперации знакомил нас с продукцией, производимой в районах Мариэл, наши героини обошли все отделы. Тепличная, Йола, Акашевская и Махаон, купив всюду понемногу, набрали сумку необходимых продуктов. Ну что мы купили? Сделать манты, производство тепличное, говорят, очень вкусные, попробуем. Конфеты подешевле. Так. Творожную массу, производство Волжск. Не брали, попробуем. Ну, пойдем, чаек еще посмотрим. Ну, дешевле, чем у нас там, допустим, в других магазинах рядом. Собственно, все встреченные нами посетители нового торгового центра находят сам факт появления такой цивилизованной замены сельскохозяйственному рынку большим событием. Их первый визит сюда стремительно превращается из ознакомительного в целевой. Редко кто покидает эти стены без покупки, поскольку видят свою небольшую обывательскую выгоду. Ой, это очень хорошо. И цены у них так приемлемые. Мне так вот лично очень нравится. Я здесь рядышком живу. Не рекламировали плохо, народ не знает, поэтому еще не очень-то ходят. Я купила печенье, купила огурцы, купила капусту. Ну, сначала сюда, в этот магазин зашла, потом вот в этот тоже магазин. Выбор. Ну, я считаю, что не в проигрыше, сюда надо ходить. Магазин, где можно купить практически всю продовольственную продукцию, производимую на территории Мариэл, находится на улице Карла Маркса. Слева от него торговые центры, справа дворец водных видов спорта. Рядом вантовый мост через Кокшагу. Место расположения нового центра качественного и недорогого продовольствия стоит запомнить сразу. Здесь выгодно покупать, пока мало посетителей, еще выгоднее станет, когда их будет много.